Разбитые тротуары, потрескавшийся асфальт, нехватка парковочных мест и ветхая детская площадка. Так еще совсем недавно выглядел двор дома номер 14 по Жуковскому проезду. Дом построили в 2005 году, и с тех пор никаких работ здесь не проводилось. Местные жители обратились за помощью к городскому депутату Олегу Федорову. 2,5 года Олег Александрович ходил, ну, и я вместе с ним ходили по инстанциям. Ну и вот, наконец-то, это свершилось. Были собрания, собрания были регулярные, собирались жильцы дома, высказывали свои пожелания. И, собственно говоря, сейчас все получается ровно так, как и хотели. Жители попросили сделать их территории более благоустроенной, более красивой. Администрация нашла возможность выделить средства на благоустройство данной территории. Ну а мы, депутаты, как, скажем так, связующее звено, просто помогаем в реализации данного проекта. К работам приступили всего неделю назад, но уже многое удалось сделать. На сегодняшний день вот отремонтированы, как видите, тротуары вокруг дома, установлены столбики антипарковочные, чтобы автомобили не затрудняли движение пешеходов. Детская площадка хорошая будет установлена, 189 квадратных метров площадка. Будет ограждение по периметру установлено. Сделаны вот дополнительные пешеходные зоны, соединяющие с проспектом Ленинского комсомола. По нормативам в перечень комплексного благоустройства входит 8 обязательных элементов. Устройство дополнительных парковочных мест, детской игровой площадки, уличное освещение, озеленение, установка лавочек и урн, ремонт проездов и тротуаров. Все это появится здесь в самое ближайшее время. Детей особенно порадует современный универсальный игровой комплекс. Будут элементы и для маленьких детей, ну, песочницы, там, карусельки. И будет для более старшего, будет здесь стоять большой комплекс игровой, качели, гнездо. Ну, будет красивая площадка. Все эти годы особой головной болью жильцов была мусорная площадка. До недавнего времени она располагалась прямо под окнами. Сейчас ее перенесли подальше от дома, за что жители очень благодарны. Нет, мусорка была вот там, на углу. Ну вот, все мы запахи, ее убрали, все было. Естественно. Спасибо. Обожите, вам. Не забыли и о месте отдыха местных жителей, небольшой аллее за домом. Совсем скоро эта аллея полностью преобразится. Уже установили новые светильники. Совсем скоро здесь появятся новые лавочки, урны и проведут озеленение. Сейчас ведется подготовка к обустройству парковочных карманов. Здесь можно будет поставить около 35 машин. Все работы планируется завершить к концу августа. Екатерина Борисова, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.